Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, давай заберем с тобой, наверное, рыбу. Так, пара барса и вепря получила 10 уровень. Так, 7 миллионов принес, ничего себе. Так, тут 1,5 миллиона. Дракончики мои уже прилетели с заданий. Обязательно их отправим, беззубик пока еще нет. Ну ты знаешь, да, у нас с тобой закончился премиум аккаунт. Поэтому, ребята, все очень долго теперь будет. У нас с тобой два события. Одно будет открыто через один день, а второе через 5 часов. Это у нас парящий сюрприз. Возможно, сегодня вечером у нас уже будет новое событие. Так, ну а сегодня я хотел поиграть, друзья мои, на арене. Потому что нам надо будет очень много ресурсов. Вообще всего нужно будет очень много. Так, 3 миллиона, здесь 1,5 миллиона. Отправляем дальше их на поиски. Нечего им тут засиживаться. Угу, скалотряс у меня получает 40-й уровень. Тоже неплохо, кстати. Так, новости, события. Ладно, давай с тобой, наверное, откроем пак бесплатный. Монеты Одина. Вместо 9 теперь просто 6 штук. Шторморез, крылатый ужас, шепот смерти и очень мало ресурсов. Окей. Дальше что у нас? Зеленая смерть, которая принесла нам сломанный меч. А я жду от нее треску. Тут у нас, по-моему, последний пак. Давай мы его откроем. Шторморез, шипорез, громорог и все. И сегодня мы пойдем с тобой на арену, как я и обещал. Поиграем на арене, а вечером, возможно, будет серия уже по испытаниям. Кстати, у нас же здесь еще рекламный пак есть. Монеты Одина. И тут у нас, ага, кошмарный пристиголов, шторморез, экзотический дымодышащий и ресурсы. Ох ты, даже громоножка выпала мне. Но она у меня есть, поэтому я думаю, что ее мы сейчас отпустим. И стоит она всего лишь 190 тысяч рыбы. Ну, конечно, это мало, друзья мои. То, что нам нужно, какие суммы, и то, что нам дают, это все полная ерунда. Так, здесь, ребят, я хочу в ближайшее время прокачать ветрокрыло до 70-го хотя бы уровня. Давай-ка мы их отправим пока на поиски. Янтарь у меня, ага, готов. Больше нету пока, да, тусклого. Здесь, как ты понимаешь, дневная фурия тоже, ребята, не активна. Ну и, естественно, руны мы с тобой тоже взять не сможем. Здесь я руны тратить не буду. Теперь нам придется с тобой очень сильно затянуть пояса. Прослаблений уже здесь не будет. Так что, друзья мои, если, конечно, я не попаду на халявную акцию, где вместо 660 рублей в месяц за подписку они предложат мне 330, тогда еще, возможно, я соглашусь. Но не за вот эту сумму, которую они сейчас мне дают. Так, бесплатно лети. А здесь у нас с тобой... Так, монеты. Ой, монеты, руны. Ну и пускай летит там в гнездо бесплатно. Вроде бы всех озадачил. И теперь можно уже непосредственно переходить к арене. Хотя, погоди-ка. Этих надо тоже отправить. Пускай идут на сборы. Вроде бы все. А про новый остров, который, да, появился, вы имели в виду вот этот, что ли, друзья мои? Я так понял. Чтобы его открыть, нам, знаешь, сколько нужно? 3500 рун. Я, в принципе, могу, ребята, это гора Валки. Но что-то мне подсказывает, что лучше нам руны придержать. Потому что их и так у нас мало. И теперь их будет очень тяжело накопить, потому что бонусов у нас не будет. Это касается всего, и вымпелов, кстати, тоже. Так, ну что, бежим с тобой на арену. Где она у нас? Вот. Итак, первая схватка у нас с тобой. Это у нас будет барсик, кривоклык и, естественно, ветрокрыл. Ну что же, Хофер, чудище и Громель.
Давай вот так, наверное, начнем с тобой. Ай-яй-яй, хотят Барсика уничтожить. Ну что, будем сопротивляться, естественно. Хофер, ты достал, понижает мне атаку. Это еще лезет, а? Пройдоха. Наверное, давай ударим. Так, Хофера завалим. Да, завалим. А этот у нас с усиленной атакой еще. Вот это плохо. Ой-ой-ой. Я предлагаю сделать, наверное, вот так вот. Потом заморозку. И потихоньку разбирать чудище. Вот это вот. Посмотрим, успею ли я. Успеем. Так, ну что, вот и Громель. Его надо брать, естественно, друзья мои, в слепоту. И только после этого разбирать. В общем, нормально у нас тут пройдет с тобой. Угу. Шиш тебе. Ну-ка. Да. Все, друзья мои. Первый бой и первая наша победа. Так, ну что, здесь все 15 уровня. И у нас... Так, подожди-ка. Начнем, наверное, вот отсюда. С прихвостнем разберемся попозже немножко. Хотя... Этот жук еще тот. Ладно, сейчас посмотрим, что они будут делать. Блин, понизили защиту. Ага, этот промахнулся. Ну что ж, хорошо. Сделаем так. И заморозка всех. Прекрасно. Сейчас я, наверное, буду все-таки браться за прихвостня. Потому что для меня он все-таки опаснее, чем тот же самый пристиголовый. Удар и добивка, видимо. Так, ну что. А здесь все, ребят, проще. Вешаем слепоту и... Да не надо пыхтеть, не надо, не надо. Тебе это уже не поможет, все. Твой, как говорится, шанс уже упущен. И мы тебя сейчас разберем. Так, по нему остается последний удар. И мы его с удовольствием делаем. Замечательно. Так, я хотел, кстати, посмотреть, какой нам выпадет здесь пак. Будьте добры, пожалуйста, покажите. Обычный. Так, друзья мои, здесь 16 уровень есть. С кого начать-то лучше? Давай, наверное, вот так вот все-таки. Можно было бы со змеевика начать. Но с ним мы разберемся чуть-чуть попозже. Если успеем, конечно. Блин, как он маленький и так здоровски бьет, а? Я не понимаю, как он так делает. Фиолетовый по синим наносит хорошую атаку. Но у нас фиолетовый здесь тоже, поэтому я не знаю, ребят. Ай-яй-яй, заморозка. Сейчас будем с тобой уже разбирать змеевика злобного. Вот этого. Успеем ли только? Угу. Все, Барсик, пока. Распрощались мы с ним. Ну что же, получается у нас... Так, кого он сейчас ударит? Ну, это нормуль. Замораживаем, и у нас с тобой остается лишь... О-оу. А у него полностью шкала заполнена. Сейчас будет кого-то глушить. И это, скорее всего, будет кривоклык. Вот так ты сделал? А мне кажется, зря, зря. Потому что сейчас мы тебя либо так добьем, либо в слепоту. Тут два только варианта. В слепоту все-таки. Все, друзья мои. Ничего он больше нам не сделает. Пускай хоть забегается тут. Нам по барабану. Так, добиваем. Вот и все. Так, остается глянуть, какой нам достанется пак. Это, по-моему, последний на сегодня. Вот, редкий. Ну и мы с тобой забираем пак вождя. Нам достается древоруб. Ужасное чудовище. Водорез. Ага, кривоклык. Как ты понимаешь, да? У нас с тобой не премиум пак. Поэтому вот эта ячейка у нас с тобой все закрыта. То есть три пака максимум можем мы взять вместо четырех. Ну что, у нас еще один пак, ребята. Поэтому давайте-ка за него поборемся. Так, я смотрю, тут 16 и 15 уровни, да? Ну, в принципе, должны справиться.
кстати, кто-то меня просил вместо ветрокрыла взять штормореза, по-моему. Можно, кстати, попробовать, но, понимаешь, очень сильно меня выручает заморозка. Может быть, вместо пристеголового взять? Ой-ой-ой-ой-ой, как они тут... Ну, правильно, два красных, они очень быстро сейчас разберут мне, да? Ветрокрыло. Плюс этот еще подхалим. Они все, короче, против... Именно против ветрокрыла пошли. Сейчас уничтожат. Это у нас кто? Кривоклык, а это чудовище. Да. Ну что ты там? Давай мы, наверное, с тобой вот так все-таки сделаем. Подожди-ка, красный. Или синий, нет. Вот, лучше взять, наверное, синего. Под контрольку. Жесть какая-то происходит здесь. Поехали. Да что ж ты так слабо-то бьешь, а? Все, ребят, мы потеряли с вами кривоклыка. Я не знаю, Барсик здесь один не справится. Ну, этот, конечно, добьет сейчас его. Все. А, даже не добил, ребята. И началось, да? Промахнулся, хоть и здесь промахнулся. Но он меня уничтожит. Так, синий. Ага. Мне буквально немножко не хватит. Тем более он мне силу, как говорится, понизил. Ну, не получится, так не получится. А если я вот так сделаю? Мне кажется, это полная ерунда, да, ребята? Отхиливаем, во-первых, не очень много здоровья себе. И ускорение здесь вообще роли не играет. Ладно, двоих драконов прихватили с тобой, и будет, как говорится. Пускай добивает. Тут бы на ничью могли выйти, кстати. Но, видишь, чуть-чуть не хватило. Так, ну здесь, блин, два фиолетовых, и этот еще скалотряс тут. Наверное, я все-таки начну со скалотряса. Офигеть, два укуса, и все, ребята, почти половина здоровья у ветрокрыла нету. Здоровски. Ну, правильно, еще и эти лезут. Вот они тут устроили трэш, а. Ветрокрыл мне нужен для чего, ребята? Для того, чтобы заморозить их всех. А сейчас его уничтожат. Поэтому никакой заморозки и быть не может. Как делаем тогда с тобой, а? Кого-то нам надо будет брать. А кого ты тут возьмешь? Ну, давай вот так вот попробуем. Я не уверен, что это хороший вариант. Все, трындец. Че он такой имбовый-то? Я не могу понять. Ну, и что, что у него усиленная атака? Да, ну тут, ребят, не вариант вообще никакой. Сейчас меня тут забомбят просто, и все. О, ну спасибо хоть на этом. Так, давай-ка мы, наверное, с собой сделаем. Да, продолжим. А что это будет сейчас чудить? Ммм. Фигня все это, бесполезно, ребят. Все это бесполезно. Так, он сейчас будет опять делать свой суперудар? Нет. Почему-то не стал делать суперудара. Но все, ребят, нам тут крышка. Он сейчас уничтожит меня. Но двух драконов я все-таки прихватил с собой. Так, ну вот это уже другой разговор. Ребята, 14 уровень. И я думаю, что здесь мы справимся с тобой. Начну, наверное, с Хофера. Хотя, подожди. Давай, наверное, с Громорога начнем. Хофер успеет свое получить. Вот Громорог должен как можно быстрее отдуплиться. Так, сейчас он, скорее всего, ребята, пробафы. А, нет, у него энергии не хватит. Поэтому он просто ударит. Только кого? Ясно. А Хофер убьет мне, наверное, сейчас Кривоклык. Ничего не получилось у него. Так, заморозочка. Ну и теперь мы с тобой берем, наверное, Хофера, да, в разработку. Успеем ли мы его сейчас наказать? Не получится. Хильнуться, может быть? А смысл нам хиляться? Ну да, мы потеряем с тобой Кривоклык. Сейчас его уничтожит. Но нам этого достаточно, ребята. Во-первых, мы можем с тобой замораживать. Это раз.
Ну и пока он будет в заморозке, мы по нему будем успевать наносить аж целых 2 или 3 удара. Этого более чем достаточно, чтобы его уничтожить. Вот и все. Прекрасно. Нам нужно победить еще одного дракона для того, чтобы взять пак Одина. Ну что, в принципе, ребята, как прошлая команда, да? Только здесь шипорез и лаварык. Сейчас разберемся. Тут осталось, ну, пару ударчиков и все. Лаварык меня не пугает, вот шипорез только. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри-ка, он успел, ребята, пробафать команду. Он повесил и атаку, и усиление. А мы с тобой тогда вешаем заморозку. Мы вешаем заморозку и начинаем валить шипореза. Опа, как он так перепрыгнул? Он же был... Не понимаю. Поехали. Еще удар. И укус. Сейчас, по-моему, что-то будет очень серьезное такое, да? Да. Прям очень серьезное сейчас было. Слушай, я боюсь, сейчас Барсика мне завалит. Ударить. Дальше что? Заморозить? Ну, если я даже заморожу его, что мне это дает? О, все, Барсик, пока. Еще раз заморозим. Блин, он же сейчас будет делать эти всякие защиту, хилки, да, вот это вот все. Ну вот, вот, об этом я и говорил. А его отхиливание я буду пробивать сейчас до посинения. Ну ты посмотри, что творит, а. Короче, тут на ничью, ребят, выходим. Но в любом случае пак мы с тобой уже получим. Так как мне нужно было одного дракона уничтожить, а я уничтожил аж целых двух. Ну сейчас будет, ребята, отхиливаться, отхиливаться и отхиливаться. А я ему буду наносить всего лишь минус 68 к урону. То есть вообще невыгодно. Даже он и то бьет сильнее. Да. Ветрокрыл в плане того, что вот именно наносить урон, это не тот дракон. Не, это не дамагер. Это так, вот, теперь еще и щит повесил на себе. Ну тут все, ребят. Последний удар он наносит и... Ничья. Ладно, как-нибудь переживем это все дело. Ну, а вот он и пак вождя. Нам достается громобой, водорез, кривоклык и все. И 4 пака. Давай, наверное, вот так вот сделаем, чтобы пускай редки открывается у нас. В плане, я даже никаких заданий не выполнил, да ну. Ну да, ребят. Ничего пока такого здесь нету. Ну что, я буду тогда, наверное, ждать вечерней серии. Если не буду занят, ребят, обязательно сегодня снимем события. Обязательно. Ну, а на этом пока будем закругляться. Всем большое спасибо. Ага. За просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.